Пожертвовать собой ради детей автоинспектор из Хакасии закрыл своей машиной 9 автобусов с детьми от вылетевшей навстречу иномарки. Все произошло в субботу днем на трассе Абакан-Агдабурак. 9 пазиков везли больше 300 ребят из детского лагеря, их сопровождали патрульные машины. Неожиданно навстречу колонне на большой скорости вылетела Тойота. Командир роты полка ДПС Абакан Александр Косолапов среагировал на ситуацию моментально. Рискуя жизнью, он на служебном автомобиле преградил путь ехавшей иномарки и спас жизни детей. Сейчас полицейский доставлен в Абаканскую городскую больницу с серьезными многочисленными травмами. Патрульная машина не подлежит восстановлению. Водитель и 4 пассажира иномарки, среди которых находился 10-летний ребенок, также получили различные травмы и были госпитализированы. Несовершеннолетние пассажиры автобусов и взрослые не пострадали. В отношении водителя, допустившего выезд на встречную полосу, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса. По признанию специалистов, можно назвать чудом то, что Александр Косолапов остался жив после такого серьезного ДТП. Родители детей, которых инспектор спас, рискуя собственной жизнью, не знают, как и благодарить отважного полицейского. Десятки писем с благодарностью посыпались в адрес хакасской полиции и на телефон самого командира роты полка ДПС. Однако сам Александр Косолапов себя героем не считает. Встречные водители видели приближение колонны, выполняли скорость, занимали вправо, останавливались, пропускали колонну. На 11 километре отчетливо было видно, как с ней на большой скорости двигается автомобиль. И вот такой один серебристого цвета. Мой водитель не своевременно обнаружил опасность, начал метаться по дороге. Потому что вправо прижать не мог, потому что допустил наезд на те транспортные средства, которые уже останавливали. Он принял решение выехать на нашу встречную полосу. Потому что в результате чего произошло столкновение. Автобус остановился на уровне моей водительской двери, подушки взорвались. Ну, это все мгновенно. Я зажал автомобиль, и водители автобусов помогли вытащить меня, что ноги были зажаты сами. Была возможность избежать столкновения, вправо отвернуть, но за мной ехали дети, расстояние было где-то 15-20 метров между нами. Было бы ДТП с автобусом, а там жертв пострадавших могло быть больше.